Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом. Это новинка, друзья. Немецкий букс без вложений Super Home Income. Ну, немцы, так вот он выглядит. Все участники почти 1927 человек. Значит, пошли выплаты тут. Можно это все перевести на русский, ознакомиться и прочитать. Так, ну, букс, конечно, сделан так качественно. Значит, по поводу регистрации. Здесь такая регистрация немного завуалирована, друзья. Значит, имя, фамилия, юзернейм. Так, имейл, пароль. Так. Повтор пароля. Тут ставим галочки. Нажимаем «Зарегистрироваться» и нажимаем «Регистр». На почту вам придет письмо. Нужно пройти по ссылочке, подтвердить электронную почту. Так, далее, это еще не все. Вам там нужно пройти, как бы, анкеты заполнить. Это все тоже можно перевести и все сделать. Значит, потом, как известно, немцы, они дотошные такие, чтобы у них все было по фэншую, как бы педанты, да. Нужно здесь сделать, друзья, верификацию. После, когда вот залогинимся, кто захочет присоединиться, попадаем на такую страничку, где нам здесь предлагают купить пакет со скидкой. Но вот сюда на желтую вкладочку, но спасибо, ничего не надо. Вот, и вот жду отчет времени. Сейчас я попаду в кабинет. Друзья, здесь нужно делать верификацию, иначе как бы не попасть на страничку вывода средств. Вывод отсюда, конечно, дай Боже, $25, друзья, минимальный. Вот. Сейчас вот идет отчет времени. И дальше нажимаю сюда на вкладочку и попадаю как бы вот сюда. Далее здесь тоже можно это все прочесть, друзья. Объясню самое главное. На желтую вкладочку. И я попала вот в кабинет. Я сюда вчера зашла, сделала я верификацию. Думала, если мой древний паспорт пройдет, значит... Ну, поработаю я в этом боксе. Ну, не пройду, думаю, тогда я его удалю. Значит, это как бы наша домашняя, друзья, страничка. Это наша партнерская ссылочка. Так, можно копировать и делиться. И вот сюда, вот на этот, вот мой баланс, вот это аккаунт баланс. Это рекламный баланс. И вот на эту вкладочку без верификации Виндраф не зайти. Теперь я уже, конечно, могу зайти. Я нажимаю Виндраф. Как бы и вот попадать. Здесь нужно будет сделать пин-код. Так. Здесь платежные как бы реквизиты заполнить. Я еще пока ничего не заполняла. Здесь, значит, Coin Payment. Вот такая платежка. Perfect Money и Solid Trust Pay. Так. Значит, далее опять я возвращаюсь в Home. Как мы здесь зарабатываем? В день я могу просматривать 10 рекламок вот, и вот этих 5 ПТС. Это уже в самом низу идут задания. Я сюда не лезу. Если кого заинтересует, можете посмотреть. Так, нажимаю на вкладочку. И вот меня как бы перебрасывает на такую страничку. Здесь также есть пакеты, АД-пакеты, минимальный АД-пакет 5 рублей. Я сначала поработаю без вложений, ну а там время покажет. Значит, вот здесь подсказка, это все можно перевести, 10 рекламных ссылок. Значит, нажимаю на ссылочку, перебрасывать на страничку. Ждем 25 секунд. Ставлю пока на паузу. Вот,
завершается моя как бы показ рекламы. Далее на зеленую вкладочку Close я закрываю и возвращаюсь обратно. У меня как бы рекламка одна просмотрена, да? Вот видите, одна, 10 рекламок. Далее возвращаюсь опять Home и идем на другую рекламку. Здесь еще вот 5 ПТС. Также мы просматриваем. Нажимаю. И вот здесь 5 ПТС-ок. Как бы здесь вот цена. Также нажимаем. Нас перебрасывает. Ждем опять отсчет времени. Поставлю опять на паузу. И опять на зеленую вкладочку нажимаем. И возвращаемся. Далее опять Home. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Значит, Earn Money Bio пакеты. Здесь у нас вот как бы пакеты, да? Минимальный пакет $5. Далее идет за $25, за 50 и за $100. Значит, ну это по желанию. Так, это все можно изучить. Так. Ну вот один серфинг. Здесь тоже как бы это все можно. Так, АДС. Ну это рекламная площадка. Можно как бы рекламить свои проекты. Так, что у нас здесь? Переводим мы на русский. Обмен трафиком. Максимум 200 кредитов. А, описание объявления. Ур изображение. Так. Ур объявление обмена трафика. Так, рекламные кредиты. Ну, здесь русского нет языка. Здесь английский, немецкий и польский. Выбираем как бы язык и загружаем. Вот таким вот образом. Здесь управление. Добавить рекламные баннеры также. Но это уже при покупке пакета нам все это дается. Так, так, обзорные процессоры. Ну, здесь процессоры. Вот Bitcoin, CoinPalm, Solid Raspberry и Perfect Money. Так, управление рекламой. Далее зарабатывать деньги. Так, что здесь еще? Пакеты. Ну, у меня пакетов как бы и нету. Здесь будут, должны как бы по идее. Просмотр команды. Вот здесь английские баннеры есть. Польские и немецкие баннеры. Так, за 125 на 125. Я смотрю. И это что у нас? Ага. Вот такой вот. Такие, ну, конечно, проект сделан тут качественно. Ну, что сказать, немцы одним словом. Вот такой вот, друзья, проект. Здесь можно погулять, все изучить. Ну, пока без вложений посижу, а там уже посмотрим. Вкладывать, покупать пакет хотя бы за $5 или как, время покажет. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!